Мор рыбы на озере села Жанаузень вблизи Караганды обнаружили рыбаки. Видео выложили в интернет, и в комментариях рыболовы винят владельца зоны отдыха, который арендует водоем. Рыбаки пожаловались, что зимой арендатор водоема не разрешал делать лунки на льду, из-за чего рыба задохнулась. Ролик в социальных сетях увидели и в рыбинспекции, устроили проверку. Инспекторы к версии гибели рыбы от нехватки кислорода отнеслись скептически. По их словам, арендатор, за которым закреплен водоем, регулярно проводил противозаморные мероприятия. Не исключает, что часть водоема, отсеченная мелководьем, просто промерзла до дна, и рыба не смогла выйти в общий водоем. Лунки бурили, аэрация воды происходила, прокачка воды. Поэтому как бы по результатам будет ясно, вследствие чего рыба погибла. Может быть, обнаружены будут какие-то вредные вещества, может быть, еще что-то. Но это можно будет сделать выводы только когда все экспертизы необходимые будут проведены.